жизнь растения под микроскопом. Ищем паразитов, которые атаковали нашу растишечку. Они в виде черных пятен могут выделяться. Сейчас мы их найдем, тут где-то вообще целое семейство было. А когда найдем, мы будем подлечивать нашу растишечку биопрепаратами, чтобы они не атаковали больше наши вкусненькие листики, да? Посмотрите, что же с ними происходит, а?